есть, друзья, бутылочки для воды. Это для затравки. Потому что потом есть бутылочки еще стеклянные, они побольше. И пластмассовые. И вот такие красавчики. И вот такие. Вот. И, да. А вот внизу здоровенные, смотрите, громадные. Вот. И мы приближаемся к очень важному такому элементу этого декора. Значит, мы приближаемся к машине, которая разливает воду. Видите, тут 39 центов за галлон, грубо говоря, 10 центов за литр. Вот у нас есть реверс осмосис, деонизированная вода. Ну и снова реверс осмосис. Вот так сюда ставишь бутыляку, дергаешь за ручку, вода наливается. Вот, так что, если, друзья, кто-то интересуется водой, вот такой, всегда можно самому контролировать этот вопрос. А вот, вот эти вот баночки, хотя они по 32 доллара, это не потому, что вот сама фляжка дорогая, а потому что эта фляжка, когда в нее воду нальешь, она делает ее более щелочной. Вот как бы это такие ощелачиватели воды. Налил, выпил щелочного, налил простой, выпил щелочной. Посмотрите, друзья, на это. Это называется кровавые апельсины. Вот они кровавые. По 3 доллара за фунт. Маленькие. Я вам для сравнения покажу кулак американского тестера. Вы посмотрите, один кулак, наверное, как 5 вот этих апельсинов. Вот что творится в современном мире, друзья. Кровавые апельсины. Вот оно, друзья. Все у них органик, понимаешь, органик, органик. Вы поверите, что вот редиска может быть такого размера. Вот как это. Да еще органическая, да. Во, редиска. Опять кулак американского тестера. Посмотрите. Вот такая здоровенная редиска. Все у них, понимаешь, органическое. Не принимает душа. Не принимает душа просто вот выращенного в обычных условиях. Принимает только органическое. О, дождик пошел. Смотрите, поливают. Немножко так брызнули. Я не знаю, видели или нет. Так они побрызгивают, чтобы покупатель получил впечатление, что все абсолютно свежее. А на самом деле это просто полили. Вот так. Торговая сеть обманывает народ. А, Светлана мне дала помидорчик. Покажи помидорчик в камеру. Органический помидорчик. Пахнет, пахнет, пахнет. Давно забытые запахи. Да. Да, это кейл, друзья, кейл. А, вот кейл, а рядом чард. Вот этот вот. Вот этот чард. И кейл, и чард — это два самых, ну, как бы официально полезных зеленых растения. Вот. Видите, они очень содержат все, что нужно, в замечательных количествах, пропорциях и так далее. Вот это называется Rainbow Chart. Радужный чарт, видите. Ножки цветные. И напоследок, друзья, поскольку мы говорили о шопинге, я хотел показать вам вот эту водочку в коробочке. Называется «Еврейский стандарт». Это соответствует тематике. Значит, сегодня у нас праздник Песах. Да, у нас еврейская Пасха. И вот, можно сказать, к этой теме есть вот такая замечательная водочка. Вот вы в жизни, может быть, не увидите так вот перепившихся евреев. А вот тут, пожалуйста, на картинке присутствует. И я достаю бутылочку у вас на глазах. Вот. Вот такая пузатенькая. Смотрите-ка. Бутылочка-то. Так, я сказал, я ожидал, побольше будет. Вот такая пузатенькая бутылочка. С той же самой компанией подпитой. Со скрипочкой. И, естественно, со звездой Давида, если кто понимает. Вот. И тут написано... Что-то там написано, мне плохо видно через камеру.
А, так и написано, еврейский стандарт. Мне кто-то подарил. Это из России привезли, это не американская водка. В любом случае, ко мне она попала из России.